Привет и добро пожаловать на канал Inform TV. Когда-то этой актрисе открыто говорили, что с ее внешними данными нужно улицы подметать, а не играть на сцене. Но в 2000 году, после премьеры трагикомедии «Ландыш серебристый», зрители сразу полюбили Олесю Железняк. Она не только смогла построить успешную карьеру в театре и кино, но и создала замечательную семью, став многодетной мамой. В школьные годы девочка посещала хореографическую студию, а старшие сестры советовали ей дальше учиться в училище культуры. Там, в студенческих постановках, ее часто задействовали в мужских ролях, и зал в это время умирал от смеха. Именно тогда Олеся поняла, ее призвание – комедийная актриса. Она поступила в ГИТИС на курс Марка Захарова, после чего мэтр взял ее в труппу своего театра «Ленком». Правда, вначале ей приходилось довольствоваться только эпизодическими ролями. Олеся сильно переживала по этому поводу, считала себя бездарностью и думала, что выбрала в жизни не ту профессию. Подобные мысли привели к нервному срыву. Железняк перестала спать и есть, в результате попала в больницу. Теперь сложный период позади. Олеся блистает на театральной сцене. В ее фильмографии много ролей, а в 2020 году ей присвоили звание заслуженной артистки России. В личной жизни все так же прекрасно. С будущим супругом, актером Спартаком Сумченко, Олеся познакомилась на подготовительных курсах. На перемене обаятельный и видный парень вдруг обратил внимание на смешную девушку в коротких штанах, из-под которых торчали яркие оранжевые гольфы. Он тогда сказал: «Надо же, какими разными бывают женщины». К Олесе у него сразу зародилось какое-то чувство, но вот какое именно, Спартак долго не мог понять. Позже любовь к искусству их сблизила, и пара начала встречаться. Олеся поначалу сомневалась в серьезности намерений Спартака, но потом все-таки сдалась и переехала в его квартиру на Кутузовском. Они поженились и уже 20 лет счастливы в браке. У супругов родилось 4 детей – 3 мальчика и девочка. Спартак говорит, что многодетность была заложена в Олесе природой, а он ее просто поддержал. Сейчас в основном именно супруг занимается воспитанием детей, так как Олеся все время проводит на съемочной площадке. Что ж, пожелаем этой красивой семье всего самого наилучшего. Если вы знаете эту красавицу-актрису, ставьте лайк и подписывайтесь. Удачи!